действительно хуй. На вот этой ноги вообще классно посмотреться. Сейчас спускаемся за ней? Бля, ну так прикольно. Ну понятно, мне лет много, а ты еще молода. Мне где-то, наверное, лет на 6 больше, чем тебе. Мне почти 30, да, через неделю больше. Ну там ты был, дорогой. Да, тебя тоже, а тебе сколько? Да не знаю, но на 23, наверное, на 20 лет. Я там. Мне очень много. Тебе 18. Слушай, ну я не знаю, вот если я в девушке меньше будет, как бы не общаюсь, то придет тебе просто что-то хорошее. Ты так бровями сбегал. Друзья, давайте чуть здорово. Не ставим посередине. Посередине народа. Ты такая довольно большая, для 18 лет. Друзья, 18 с девушками есть о чем вообще поговорить, там пообщаться? То есть прям стопудово. Можно там, о науке поговорить, да, или о чем-то еще? Можно. О сексе можно, кстати, поговорить? Нет. Почему? 18 еще не говорят о сексе. Нет. Блин. Как тебя зовут? Юля. Меня Вова зовут. Ты сначала видел, слушай, потом руку поднимаешь. Юлечка, ну ты как бы очень молода, да? То есть, это, конечно, классно, что ты там такая красивая, у тебя ноги такие, смотри, ставчики уходные. Да, но просто я думаю, что не получится общаться, потому что возраст высокий. Хотя как тебя не смущает, что парень постарше на 10 лет? Был опыт. Офигеть. Слушай, ну а давай пообщаемся, почему нет? Я думаю, чайкой с кем попьем. Мне просто не знаю, я еще еду. Нет, мы не сейчас. Подожди. Я поняла. Что ты ищешь? Мне просто не может приехать, я просто здесь первый раз. А ты вообще из Москвы? Нет, я с Рабинска. Ну, Рабинска это не далеко. Конечно, нет. Вот, и мне нужно, ну, можно ревить просто. Да, смотри, это все понятно. Давай так, то есть. Нет, если... я тебя хочу спросить, где этот магазин. А я тебе сейчас скажу, кстати. То есть здесь вот внизу есть этот салон связи, да? Да, ты куда приходишь, там можно договориться и всем открыть. Ну, в смысле, телефон заряжен. Мама, если ты хочешь, смотри. Короче, давай так, я запишу телефон, и будет время, созвонимся, не будет. Как бы цель не телефон, просто, понимаешь, я давно вырос из того возраста, что вот мне просто секс нужен, да, то есть я уже ищу себе что-то вот там для души, вот, и, соответственно, ну, хочется, чтобы девушка там, ну, там, общаться приятно, еще что-то, у нас просто, наверное, разные темы. Хотя, может, ты умный. Конечно. Офигеть. Что такое? Акцент какой-то не нравился. Давай, я запишу тебе телефон сейчас. Может, я сам на самом деле подожду с 8-9. Как ты улыбаешься? Что интересно? Нет, смотри, классный рыжий парень подошел. Рыжий девочка. Но ты не рыжая. Я рыжая. Даже в каком месте ты, я не могу понять. Нет, я просто хамелеончик. А, то есть, когда наступает ночь, ты превращаешься в рыжую, там, а полграмм, например. Юлечка, смотри, магазин, короче. Я просто видела именно этот. Магазин, по-моему, на втором этаже и вот в той стороне, или вот в той стороне. То есть, точно не на этом этаже. Там есть, по-моему, ресторан, да, какой-то салон. Да, я его видела, я просто так хотела, я забыла, как он. Ну, я думаю, что у тебя получится обязательно зарыться. Я просто еще у нас потом дела. Тебя обнимать и желать тебе кучу всяких приятных штук. Ой, спасибо большое. Не, ну меня тоже можно, кстати, подожди. Не-не-не, это очень важно, кстати, Юлечка. Пусть там все будет хорошо. Удачно все сделать. Давай, щеки. Не-не-не, смотри, и все. Потому что щеки это не лишнее. Нет, это лишнее. Вот одну давай тогда, не две, а одну. Нет, смотри, хорошо, я не буду тебя целовать еще раз. Не надо. Не, все, я пойду.
Все, мы уже обняли. Ну не, ну мне как непривычно детей целовать. В принципе, да, с одной стороны хочется. А с другой стороны... Я смущаюсь дико. Ну ладно, Юлечка, давай. Все, еще раз обнимашки. Просто не могу ничего с собой поделать вообще. Спасибо. Давай, ну лучше не надо, покажи, лучше не надо. Хорошо.